Вот такие вот, короче. Нет, я не хотела. Ладно, начали. Начали с вот этого, вот с вот этой вот дребедени, окей. Это было случайно. Ну, зато теперь все видели, короче, что мы будем открывать. Так что, ребят, прожимаем пальчики вверх. Ребят, мне не выпадают танки. Я не везучий человек. Так что желаю тебе Е25, спасибо. Ладно, откроем сундук один, простой. И сейчас будем открывать непростые сундуки. Вот что падает из обычных сундуков. Петушитель упал. Петушитель упал для того, чтобы я остужала свой стул после открытия коробок вот этих. Уперли. Смотри, что выпадет. День према. Да нафиг он мне нужен? Елочная игрушка. Жесткач. Ладно, поехали дальше. Владимир Жуков, привет. Спасибо за поздравление. За поздравляшку. 7 дней према. Ну, в принципе, 7 дней према не так плохо. 250 голды. Ой. Нурмат, привет. Всем привет. Жесть какая-то. Сергей, спасибо за подписочку. Спасибо. Еще одну коробочку откроем. Я не рассмотрела, что там еще было. Я нажала дальше. Продолжить. Жесть. В любом случае, мне уже приятно. По традиции, начнем с маленьких коробок, потом будем открывать большие коробки. Сейчас. Два. Погнали. Скрещиваем пальчики. Ну, тут рано еще пока. Ну, хотя, в принципе, можно уже скрещивать пальчики. Потому что мы сейчас дальше будем открывать эти большие коробки. Так точно. Ребят, не забываем, 250 лайков еще откроем сундуки. Песенка будет, я вообще думала спеть. Посмотрим. Мало. Алла Чернецкая, спасибо за пожелание с днем рождения. Спасибо огромное. Какая-то страшная сова. А, судолга. Когда коробки заканчиваются, как-то становится немножко не по себе. Хочу еще один танк. Губа не дура. 750 голды. Ладно, откроем сундучки. Большие коробки. Я не знаю, три штучки открою, пока у меня такой подъем эмоциональный. Вдруг повезет. Боже мой. 500 голды. Ура! Хорошо. Боже мой, у меня слова закончились, короче. Танк выпал, еще такой рейд, это жесть. 750 голды, окей, голда повалила. Хорошо, спасибо за голду, ВГ.
День премы 250 голды. Большие. Че выпадет? 500 голды. Коробка, к слову, одна стоит 100 рублей. Из них вот падает 500 голды, и однозначно точно падает игрушка 5 уровня. В Блице такого нету. В Блице все уже жестко слишком. В этом плане. Чего-нибудь. 3 дня према. Игрушка. 250 голды. Давай, блин, контейнеры заканчиваются. Я хочу. Я хочу, чтобы мне что-нибудь выпало хорошее еще. 1250 голды. Идет. Последняя. Последняя. Слабо. Ура! Dark Beard, спасибо за подписку. Туран! Какой-то 5 уровня. Танк. Ребят, смотрите, тут хоть танки 5 уровня падают. Но в Блице не падают. Нифига. Тут, наверное, можно сразу вот так открывать. По 5 штучек. Как ты думаешь, портится ли зрение от ПК? Не знаю, вряд ли. Чего мне тут падает? Ну, смотрите, в больших танках из простых коробок, которые, короче, падают, можно спокойно елку до 10 уровня нарядить, если вы играете и выполняете боевые задачи. Из них падают всякие ремки, серебро и прочая другая дребедень. Но у нас могло бы там, я не знаю, тоже серебро падать или еще какие-нибудь бустеры те же самые, которые падают. Слабенькие, я не знаю. А вы видите, как бы так. Ну что, 4 уровня игрушка, всего 5 уровней. Нет, не вытащила, ребят. Не вытащила я этот танк. Что мне тут попадет? 5 уровня игрушка выпала, 4 уровня игрушка выпала, 4 уровня игрушка выпала. А в Блице так елочку не нарядишь, к сожалению, превеликому. Вот такие вот дела. Кстати, ребят, если есть кто-то на канале первый раз и не подписан, поддержите подписочкой канала. Мне будет очень приятно. Очень. ББ, вот ББ, куда лучший ивент. Я согласна, что ивент ББ очень классный.